Международная конференция по алгебре, анализу и геометрии проводится в Казанском федеральном для всех неравнодушных к миру математики. В этом году более 200 участников со всех концов мира собрались в столице Татарстана, чтобы принять участие в конференции, которая посвящена юбилеям выдающимся профессоров Казанского университета, математиков Петра Алексеевича и Александра Петровича Широковых. Дело в том, что и по алгебре здесь долгое время работали конференции школы, и по анализу, по теории функций уже 20 лет регулярно работает Казанская летняя школа, очень популярная среди российских математиков. Поэтому людей, собственно, не надо было приглашать в Казань. Все знают, что здесь очень хорошие условия для работы. И в будущем, мне кажется, есть все условия для создания именно такого одного из федеральных центров математической науки. Конференция проходит в Казани с 26 июня по 2 июля. Здесь специалисты по современным направлениям алгебры, анализа и геометрии выступят с докладами по различным секциям. Прослушать доклады и познакомиться с выдающимися математиками может каждый. Нужно только пройти регистрацию на главном сайте Казанского федерального университета. Анастасия Иванова, Ильнур Насыбуллин, Универньюз.